Недобросовестных подрядчиков будут выгонять, пишет номер один. В правительстве Бурятии в минувшую среду прошло совещание по вопросам реализации приоритетного президентского проекта «Безопасные и качественные дороги», в который вошел Улан-Удэ. Как отметил министр транспорта России Максим Соколов, республика, несмотря на включение в проект в последнюю очередь, сейчас полностью включилась в график реализации проекта, не отстает по срокам и, самое главное, по качеству проводимых работ. Кроме того, министр заявил, что в связи с началом учебного года подрядчикам необходимо особое внимание уделить безопасности дорожного движения. Соколов также отметил, что некачественные работы не будут приниматься. Более того, возможно исключение из проекта недобросовестных подрядчиков. Напомним, безопасные и качественные дороги – президентский проект, направленный на развитие транспортной системы страны. На реализацию проекта в Улан-Удэнской агломерации в 2017 и 2018 годах будет выделено 2,5 миллиарда рублей. На них отремонтируют более 180 километров дорог.